Новый сезон, говорят, нужен новый промо-ролик, невесты в Инстаграме ждут. Чувачок, у меня уже есть идея. Вначале появляется пафосный логотип. Ага, и голос такой, сексуальный. Александр Барин, лучший ведущий во вселенной. Ну а где про меня? Не спеши, потом идут кадры со свадеб с шикарным декором. И побольше, побольше. И чем непонятнее, тем круче, да? Где здесь ведущий? Ведущий на селфи. Ты фотографируешься с гостями, с молодоженами. Они любят тебя. Ты звезда. Остановись. Звезда, вот. А любят они друг друга. Они же молодожены. Хорошо. Тогда ты появляешься в клубах дыма. Под драматическую музыку. С микрофоном. Дайте ему микрофон, ведь ведущий в роликах всегда с микрофоном. И говоришь. А я действительно со стороны выгляжу как пафосный мудак. Ты еще гивэвэй мне предложи. Успей заказать Сашу Барина со скидкой. Отметь 28 друзей, просмотри все мои видео, пролайкай все мои фоточки и получи разряженный телефон. Это чушь. Саша, а если танцующие люди? Они танцуют, ты танцуешь. Они повторяют движения за тобой, всем весело. В промо обязательно должны быть танцующие люди. Стойте! Ведущий — это не маленький диктатор, эмпирически навязывающий аксиономичное веселье. Что? Чувачок, не говори слишком много умных слов в одном предложении. Тебя тупо не купят. Но это все не то. Танцы, селфи, гивэвэй. Вот это вот лучший ведущий, по версии кого? Моей мамы. Вот, Саша Барин, лучший ведущий по версии моей мамы. Нет, чувак, тогда уже моей мамы. Ну, серьезно, я не знаю, как в ролике показать ощущение драйва и торжества. Классного, безудержного веселья. Сентиментального, щенячьего восторга. Атмосферы. Поэтому давай просто скажем. Я хорошо веду свадьбы. Меня зовут Саша Барин. Все. Нет, серьезно. Все.